Чтобы не было беды. В весенне-летний период увеличивается количество пожаров. Зачастую возгорание связано с неправильной эксплуатацией газовых, печных и электронагревательных приборов. МЧС просит родителей соблюдать правила противопожарной безопасности, а также учить детей им следовать неукоснительно. Анализ статистических данных по Московской области показывает, что на территории Московской области на сегодняшнюю дату увеличивается, к сожалению, число детской гибели. Основными причинами гибели и травмирования детей на пожарах является оставление детей взрослыми родителями без внимания. Также низкий уровень знаний, пожарные требования, правил пожарной безопасности. В отчетном периоде в Щелкове и на подведомственных территориях детской смертности на пожарах не было. Не оставляйте спички, зажигалки, другие опасные предметы в доступных для детей местах. Не оставляйте дома одних без присмотра. Правильно организовывайте их досуг. Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться электробытовыми, нагревательными электроприборами. Противопожарная профилактика – общее дело для всех. Пожарные напоминают, знание правил обращения с огнем формируется с детства. Расскажите детям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Ведь зачастую у детей срабатывает пассивно-оборонительный рефлекс, и дети вместо того, чтобы убегать от огня, они просто прячутся, забиваются в угол. Оборудуйте свое жилье автономными дымовыми пожарными извещателями. Сотрудники МЧС напоминают, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, мы рискуем своим здоровьем и жизнью. В случае возгорания необходимо набрать номер 112. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.